По хорошей традиции, в канун Международного женского дня в нашем районе сотрудники госавтоинспекции поздравляют женщин-водителей с главным весенним праздником. В преддверии 8 марта инспектор по пропаганде Азамат Агиржиноков поздравил всех женщин за рулем в Кашхабльском районе, подарил им цветы и открытки, пожелал им отличного настроения. Ваши вас мои поздравления для вас. У вас тоже праздник. Можете это сегодня. Спасибо большое. Абсолютно для всех женщин-водителей, ставших участницами акции, такая встреча с сотрудником госавтоинспекции стала настоящим сюрпризом. В ответ на приятные слова и подарки они не могли сдержать улыбок. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас международным женским днем от лица госавтоинспекции. Мои вам поздравления. Спасибо вам большое, очень приятно. От лица госавтоинспекции хотелось бы поздравить дорогих женщин с Международным женским днем. Хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья, семейного благополучия, удачи во всем. Будьте осторожны на дороге.